Сложно ли это оказаться в телевизоре по эту сторону экрана? Как выясняется, нет. В этом убедились наши гости, ученики 5 и 6 классов Видновской школы номер 2. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ну что ж, я предлагаю нашу экскурсию начать вот с этого помещения, в котором мы находимся. Ученики видновских общеобразовательных учреждений – частые гости на телекомпании «Видное ТВ». Одно дело смотреть что-то по телевизору, и совсем другое – самому оказаться на картинке. А самое главное – узнать, как это происходит. Неизменные восторги в студии вызывает, например, телесуфлер – устройство, по которому диктор читает текст. Вот такую хитрую штуку придумали, чтобы ее подглядывать. На экзамене хорошо так, да? Да. Суфлер пустил, и читаешь по нему, и все нормально. В обязательной программе – демонстрация работы студийно-вещательного комплекса, откуда ведется эфир телеканала и запись в студии. Рабочее место журналистов не столь эффектно, зато посты для монтажа программ пользуются популярностью. Работа на телевидении – это не только большой труд, но и по-своему очень интересное приключение. И, возможно, кто-нибудь из этих ребят в будущем станет нашим коллегой. Ну что ж, наша экскурсия подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Да! Ну что ж, спасибо, что пришли, ребята.